Десятая часть Даурского заповедника пострадала от степного пожара, который пришел из Монголии. Трое суток с 3 по 5 мая сотрудники Даурского заповедника боролись с огнем в степи. На тушение огромного пожара площади более 10 тысяч гектаров были задействованы инспекторы заповедника, местные жители, сотрудники МЧС. Всего 25 человек, 6 единиц техники, в том числе специальный противопожарный комплекс. Ситуацию осложняло то, что все время менялось направление ветра. Скорость распространения огня в степи в среднем составляет 10 метров в секунду. Даурчанам удалось отстоять скальный массив Адунчелон. Существовала серьезная угроза животноводческим стоянкам селу Усть-Ямалка. Инспектора бились крайне самоотверженно. Там с 4 на 5 фактически ночью не отдыхали, полтора часа всего им дали на отдых. И была угроза того, что пожар перейдет опять в Сосучейский бор, но тем не менее вот удалось отстоять. Что касается животного мира, то в это время года значительная часть птиц уже на яйцах, особенно мелкие, жаворонки и так далее. У зайцев и зайчата есть. И, конечно же, при таких пожарах в мае месяце это все выгорает в степи. Ситуацию спасла погода. 6 мая в Анонском районе прошел дождь. В ближайшие двое суток, по прогнозам синоптиков, Даурскому заповеднику и окрестным территориям пожары не грозят.